Ребят, всем привет! Собрали очередную вазовскую 14-ю, собрали ее с громким фронтом, собрали с сабвуфером. Вот эти динамики, я у владельца говорю, у меня товарищ на приворе, говорю, страдает без звука. Говорит, по 100 рублей за динамик, отдай мне, пожалуйста. Он говорит, да они мне по сути нахер не нужны. Я говорю, ну как бы, а ему уважение. Толян, тебе босяцкий подгон будет. Давайте слушаем, как эта система играет. Четырнадцатый из-под деда. В идеальнейшем состоянии. Есть небольшая царапинка на капоте. 33 тысячи пробег. Вся в родной краске. И она уже заряжена музыкой в автостиле. Отхожу и включаю вам прослушку. Хотел другой трек на прослушку включить. Про зиму, но вы просили включать что-нибудь другое. У нас небольшой кавардак. Сейчас убираем приусадебную территорию. Ну а вам приятной прослушки, приятного просмотра. Шумоизоляции на автомобиле нету, поэтому мы слышим дребезг крыши, дребезг багажника. Ребят, сейчас убавлю, расскажу поподробнее. Вот она ваша. Здорово. Спасибо, что подождал. Итак, ребят, в эту ВАЗ-21-14 в последнее время, заметьте, у нас еще много, да, приезжает одна с Мариэл. Сегодня мы отпустили машину с города Нарьян-Мар, это Архангельская область. Долго бились с фоном с той машины. Видео у меня в предыдущем обзоре есть, как наглядно победить на водке. Но речь о очередной четырочке. В багажнике у нас стоит двенашечка, грифон лайт, короби на трубе, труба в левое крыло. Динамик мы поставили вот так. Владелец говорит, мне нужна полка. Комплектация люкс. Два подголовника, один на месте, один пока здесь. В передних дверях у нас установлены две пары Орис PR65. Это дешевенькие динамики, 2300 они стоят. Дополнительно к ним сеточки, они установлены на подиумах. И твиттеры Орис GRT40 работают от магнитолы. Источник звука в этой машине Kenwood BT206. Очень удобный. Bluetooth включили, послушали музыку, послушали любимые композиции. Не надо выбирать флешки, ничего. На задней спинке у нас расположился четырехканальный Орис 100.4 серии Трофи. Медная проводка, смотрите. Можно сказать, вышаг, мне нравится, да, вот здесь дырка только лишняя. Вот, медная проводка. Каждый канал нагружен с 2 Ом, потому что динамики у нас запараллельны. Ребят, что такое 2 Ом? Многие из вас знают, многие нет. 2 Ом это когда мы не двухомный динамик ставим к усилителю и не запускаем его в 2 Ома. А в 2 Ома скоммутированы два динамика. Они подключены у нас в параллель. Следовательно, получается два 4-омных динамика при параллельном соединении по законам физики. По законам всех земных и неземных моментов 2 Ома. Мы не можем скоммутировать 4-омный динамик 2 Ома. Как бы вы этого не хотели. Физику не обмануть. Так, все вроде у нас в салоне. Я все показал, сейчас прошу прощения. У нас тут такая дальнобойная трасса. Вы просили нас не снимать видео в этих гаражах. Ребят, ну мы здесь проводим очень много времени, да.
У клиентов времени практически нету, потому что все приезжают, как правило, иногородние. Эта машина приехала с Нижегородской области, город Заволжье. Так, под капотом. Под капотом все стандартно, девственно, чисто. С пробегом. Ай. С пробегом в 33 тысячи километров. Это новье. Аккумулятор X-Side серии премиум. Мы лишь видим, смотрите, как показываю вам, да? Шлепнется лишний раз лайк. Здесь стоит предохранитель с колбой, стоит кусочек провода в гофре. В данном случае медная проводка PV3 35 квадратов, силовая акустическая проводка Орис 1,5 квадрата идет на фронт, 2,5 на САП. Ну и, собственно, все, САП скоммутирован в 4 Ома. Ребят, вот такая вот беглая аудиосистема. Давайте про бюджет. Бюджет этой аудиосистемы у нас составляет с головным устройством 38 390 рублей. Давайте вот по порядку. Подиумы, усилитель, акустика, две пары, твиттеры, сабвуфер, короб, сетка на динамик туда-сюда. В общем, получается так. Дополнительно были сделаны передние дверки. Два слоя СТП и уже глухо. Задние мы не делали. Передние делали. Крышу тоже не делали, да? Слушайте, а вот, да? Вмятинку видно, нет, на камеру? Вот она. Вот. Но, честно сказать, приятно работать с новым автомобилем. В свое время мы их переделали, я не знаю, сколько, миллионов. У нас были стандартные тогда работы, динамики Герц, ДСК-165-е. Компонентные вперед, блины DCX690 и назад. И в каждую десятку, в каждую 14-ю мы ставили такую связку на подиуму. Плюс сабвуфер и магнитола Пионер. Как сейчас помню, это был 6-7 год. Ребят, спасибо вам за просмотр. Всем пока, двигайтесь с музыкой. И забыл сказать, в рамках акции бесплатная установка. Все железо установлено в эту машину бесплатно, то есть в подарок. Подробности акции узнавайте у нас в соцсетях. Звоните по телефону, буду рад со всеми пообщаться. Еще раз всем пока, двигайтесь с музыкой.